Здравствуйте, друзья! Я Юлия Белоногова. Я вам рассказывала про касторовое масло в первой моей записи. Сегодня будет вторая запись. Я вам расскажу про дозировку и как пить касторовое масло. Итак, начну с того, что самая лучшая касторка – это индийская. Купить ее можно практически в любых народных целебных, целительных магазинах, где продают, пусть это будут лекарства назвать, но они сделаны из натуральных, растительных ингредиентов или продуктов. И там же будет более натуральная, очищенная, хорошая касторка. Я бы не советовала вам покупать ее в аптеке. Так как у меня существует мнение, что в аптеке продаются таблетки, сделанные, придуманные врачами, а врачи нас не лечат, а только калечат. Поэтому у меня нет уверенности, какую там в аптеках могут продавать касторку. И я всегда ее покупала в таких народных магазинах, в народных палатках. Итак, дозировка. Значит, на 1 килограмм человеческого веса нужно 1 грамм касторки. Плюс 30 или 50% сверху. Расскажу на примере. Например, 40 килограмм веса у человека, значит, ему нужно 40 грамм касторки. Плюс 30 или 50%. Значит, от 40 50% это 20 грамм. В итоге у нас получается 60 грамм касторки. Почему такой пример? Я когда начала 7 лет назад пить касторку, у меня был вес 40 килограмм. И я себе наливала 60 грамм касторки. И все очень хорошо проходило. Затем 60 грамм касторки. К ним нужно добавить в 2 раза больше свежевыжатого сока. Обязательно именно свежевыжатого сока из фруктов. То есть 60 грамм касторки плюс 120 грамм свежевыжатого сока равно, общая смесь получается у нас, 180 грамм. Это если мы взвешиваем, для тех, у кого есть кухонные весы. Для тех, у кого нет кухонных весов, сок можно определить в граммах или в миллилитрах. Это в мерном стаканчике. А вот касторку в мерном стаканчике определить не получится, так как касторка, она намного тяжелее воды, сока и даже немного тяжелее растительного масла. Поэтому будем наливать ее визуально. Берем, это лучший способ, прозрачный пластиковый одноразовый стаканчик. Почему лучше не брать там стеклянную банку или чашку или обычный стакан? Просто очень трудно и неприятно потом смывать касторовое масло. Оно все жирное, надо по 4 раза мыть, чтобы окончательно смыть. А пластиковый одноразовый стаканчик выпил, выбросил и не придется мыть. Это такой маленький совет. Почему прозрачный? Потому что, когда вы будете наливать в него касторку, вы будете видеть, сколько вы наливаете. Итак, в этот стаканчик, который 200 грамм, то есть маленький стаканчик, обычный, если у вас вес где-то от 40-50 килограмм, значит, у вас касторового масла получится где-то приблизительно 1,5 сантиметра. На донышко наливаете, и вот 1,5 сантиметра вверх. Вот столько у вас будет касторки. Это как раз приблизительно 60-70 грамм касторки. Если у вас вес где-то около 80 килограмм, плюс-минус 10 килограмм, то у вас будет 2 сантиметра налито касторки. Если у вас 100 и больше, значит, это будет 3-3,5 сантиметра в этом пластиковом стаканчике.
И в этот же стаканчик вы наливаете свежевыжатый сок, чтобы касторка перемешалась с соком, и пить лучше всего именно вместе, не по отдельности. Значит, если у кого-то вес больше 80 килограмм, там даже больше 100, то вот этот 200-граммовый стаканчик, он вам будет маловат. Значит, нужно купить такой же одноразовый стаканчик, только на 500 грамм. Теперь свежевыжатый сок. Какой нужно? Или это будет сок лимона. Или лимон плюс кислое яблоко. Кислое, то есть оно зеленого цвета, а не красного цвета. Нужно именно, чтобы кислота была. Или это лимон плюс грейпфрут. Или это клюква плюс кислое яблоко. Или это чистое яблоко. Или чистый грейпфрут. Или чистый сок ананаса. Или кислое яблоко плюс грейпфрут. Или апельсин. Или грейпфрут плюс апельсин. Или лимон плюс апельсин. Ну, то есть все фрукты, которые кислые, да, имеют кислоту, естественно, природную, пожалуйста, можете использовать. Но лучше всего начать с лимона и грейпфрута. Затем можно потихонечку перемешивать с кислым яблочком, переходить или на ананас. Почему лимон и грейпфрут? Так как они больше всего дают ощелачивающий эффект. И они самые-самые кислые. Почему нужно со свежевыжатым соком? Понятно, мы пьем все натуральное, все свежее. И когда вы пьете, вы перемешиваете касторку в стаканчике вместе с соком, чтобы, ну, как бы касторка в этой кислоте фруктовой, она распадается на маленькие-маленькие пузырьки, и вам ее очень легко выпить. С водой вы ее так не выпьете, а с соком, с вкусненьким, очень будет легко. Также можно использовать свекла плюс яблоко. Но так как свекла помогает почистить печень, а у нас сначала задача не напрягать так сильно печень, то есть мы не дюбаж делаем, да, мы просто общую чистку делаем. Поэтому со свеклой в самом начале лучше не начинать. Лучше начать лимон, грейпфрут, яблоко, ананас. А затем уже можно переходить на свеклу. Но свеклу обязательно 50 на 50 с яблоком, с кислым. То есть чистую свеклу не надо, иначе горло обожжете. Почему такая дозировка? Если вы возьмете 5 или 10 грамм касторки, это где-то там чайная или столовая ложка. Да, касторка поможет, она максимум это почистит ваш кишечник. И в основном, ну да, кишечник толстый и тонкий кишечник почистит. А если мы говорим про чистку всего организма, тогда вам нужна именно такая доза, которую я вот только что рассказала, плюс сверху еще или 30, или 50% добавить касторки. В таком случае она почистит и кишечник, и печень, и желудок, и кожу, и лимфу, и легкие, и все остальные другие органы. Так, а теперь расскажу маленькие такие советы и ну, последовательность, как пить. Значит, я уже говорила, что первое – это пить только со свежевыжатым соком, это важно. Затем важно, когда вы выпили, закусить кусочком чего-либо. Лучше всего это фрукты и сухофрукты. То есть кусочек банана, кусочек яблока,
пару сухофруктин, там финик, например, можно ложкой меда заесть. Кому будет как приятнее. Чем слаще, тем будет вкуснее. Дальше. Пить нужно касторку именно вечером, на ночь. К утру вы уже спокойно свободный человек, то есть у вас все будет происходить вечером, ночью, может еще рано-рано с утра, это то есть в 3-5 утра, а уже к завтраку все, что нужно, выйдет. Вы можете завтракать, пить соду, делать все, что вам нравится. Дальше, значит, у касторки есть неприятный запах, ну и так как она это масло, и как бы вкус тоже не очень приятен. Поэтому я вам советую, у тех, у кого повышенный рвотный рефлекс, не дышать носом, а дышать ртом в ту минуту, когда вы пьете касторку с соком. Нужно глотать, то есть залпом ее выпить. И еще такой совет, кончик языка желательно спрятать куда-нибудь, завернуть его, чтобы он не касался касторки и сока, так как это самое чувствительное место у языка. Но это касается тех, у кого повышенный рвотный рефлекс. В этот день, когда вы решили выпить касторку, вам нужно кушать обязательно только овощи, фрукты, сухофрукты, травяные чаи, мясо, рыбу, курицу, термически обработанную, не нужно есть ни мясо, ни рыбу, термически обработанную пищу не нужно есть, злаковые, бобовые не нужно есть, молочную тоже нельзя ни пить, ни есть, потому что это все утяжеляет ваш организм, кишечник, желудок, и труднее будет вам переносить всю процедуру. Значит, в этот день последний прием пищи будет у вас где-то в полдень, в 12 или в час дня. То есть вы утром позавтракали один или два раза, пообедали, там позавтракали фруктами, пообедали овощами, овощными салатиками и остановились. Потому что через 4 или 5 часов вам уже можно будет пить касторку. Это будет как раз где-то 4 или 5 вечера. То есть касторку нужно пить строго на пустой желудок. С обеда до вечера у вас вся пища, причем она была у вас очень легкая, успеет перевариться, и у вас будет именно пустой желудок, который будет способствовать легкому ну, легко вам перенести будет эту процедуру. Далее. Водой касторку запивать нежелательно. То есть вам будет хотеться пить, естественно, ну, потому что вода будет немного ее разбавлять и ослаблять эффект. Но это не критично. То есть, если вам уж очень-очень будет мучить жажда, конечно, вы можете маленькими глоточками, по чуть-чуть, ну, например, 100 или 150 грамм, вам нужно будет растянуть на весь вечер, на всю ночь. То есть, по чуть-чуть. Но лучше всего пойти под холодный душ, ополоснуться, холодной или прохладной водой умыть лицо, сполоснуть рот. Ну, то есть это тоже будет способствовать, потому что наша кожа, она через душ, через ванну, она впитывает воду. Соответственно, напитывается влагой. Можно пить вот этими маленькими глоточками не только воду, а заварить травяные травки, горькие, но без меда. То есть, чтобы они были именно горькие у вас отвар. Тоже может. И это, кстати, будет помогать вам заглушать тошноту.
тошнота будет, значит, что будет уже в процессе, когда вы выпили касторку? Будет подташнивать, будет крутить живот, как будто вы выпили молоко с лимоном. Но это ничего, это все проходит после первого туалета. Да, запастись вам нужно будет очень большим количеством туалетной бумаги, потому что вы можете от 5 до 10 раз сходить в туалет. Когда я первый раз дала попробовать касторку выпить моему мужу, который не понимал, зачем я ему это предлагаю, он говорит, я и так в туалет хожу каждый день, мне все нормально с этим процессом. И он был просто в шоке, потому что ему пришлось 12 раз ходить в туалет, и он подходил ко мне словами, откуда у меня еще столько всего этого берется и выходит, когда я вроде бы хожу каждый день в туалет. То есть откуда это все вышло? Он был удивлен, но удивлен приятно. То есть ему понравилось, что он не хотел, чтобы в нем это все сидело, а был за, чтобы это все нехорошее вышло. Для тех, кто начинает только очистку всего организма, то есть у кого организм сильно загрязнен, касторку обязательно пить 2 раза в неделю. Это приблизительно вам нужно выпить 20 касторок. Займет это где-то около 2 месяцев. Для тех, кто уже какими-то другими способами чистил организм, для тех, кто несколько лет уже пьет соду, да, то есть какая-то и была предварительная чистка, то вам можно всего лишь 1 раз в неделю пить спокойно касторку, также желательно 20 раз выпить, можно, конечно, чуть поменьше, то есть это где-то 4 месяца. Это для, первоначальной чистки, а затем вы можете пить, если захотите, по необходимости. Хотите раз в месяц, хотите раз в полгода, хотите раз в год. А можете вообще не захотеть ее пить, потому что у вас и так прошла хорошая, колоссальная чистка, и у вас здоровый организм, и вы не пытаетесь его загрязнить какой-нибудь нехорошей, неправильной едой. По поводу тошноты. Не нужно бояться, что вас будет тошнить. Вам нужно выпить какую-нибудь горькую травку, отвар травяной. У вас тошнота будет проходить. И также не нужно бояться, если вдруг вас вырвет. Это бывает не с каждым, это бывает не часто и не каждый раз. Если вас вытошнит, это будет означать, что у вас почистился желудок и почистились легкие. Это может произойти всего лишь 1 раз. Может не произойти. Если у вас это все очень хорошо было чистое, то это все выйдет другим способом в туалете. А также может вырвать, если вы пренебрегли правилам неким и выпили касторку через час после того, как вы поели, то у вас еда просто не успела перевариться, и она, и касторка просто выкинет ту еду, которая мешается в желудке, которая будет не нужна, пока она там работает. То есть этого не нужно бояться, а пить касторку на пустой желудок. Существует такое мнение, что касторка вымывает вместе с плохим еще и полезные витамины, там, питательные вещества, полезные бактерии. Это все неправда, это все не так, потому что я и многие другие этому доказательства. Пью я касторку уже 7 лет, и представьте, если бы за эти 7 лет касторка у меня бы из организма вымыла и витамины, и питательные, там, минеральные вещества, и полезные бактерии, которые у нас пробиотики, да, там, бифидолактобактерии. Если бы все это касторка вымыла, мой организм уже должен был давным-давно
умереть, зачахнуть. Этого не произошло. Произошел кардинально другой эффект. То есть я стала здоровая, у меня хорошая кожа, у меня хорошее самочувствие, у меня работают органы, работают правильно, как они должны. И расскажу, значит, вот такое подтверждение. Немного расскажу про свои болячки и через какой промежуток времени каждая болячка после принятия первой касторки, она у меня исчезла навсегда. Значит, самая огромная неприятная болячка, это было, что я ходила в туалет по-большому только один раз в неделю. Можете себе представить, один раз в неделю. То есть все, что я ела, а ела я много, и до касторки я и макароны, и картошку, и мясо, хлебушек, и сладенькое. И ела я это все в нормальном, в большом количестве. И вот это выходило по чуть-чуть у меня только один раз в неделю. И это было больно. Это было, то есть это, представьте, весь живот забит, он давил мне на печень, он давил мне кишечник забитый, давил мне на желудок, мне казалось, что уже и на легкие это все давит, то есть тяжело становилось дышать под конец недели. Это, наверное, сравнить как беременный на 8-9 месяце, когда животик уже очень большой, ребеночек уже большой, и тоже уже становится и чуть труднее дышать, и на мочевой пузырь все это давит. Вот приблизительно это было так же. Плюс еще и периодические боли. Значит, когда я начала пить касторку, процесс, конечно, был очень долгий. И это было самое трудное – научить свой кишечник ходить в туалет. И только спустя год мой кишечник стал работать каждый день. И это у меня получилось. И вот возвращаемся к тому, что если бы касторка вымыла бактерии полезные, которые живут в кишечнике, которые помогают кишечнику работать, стал бы у меня кишечник работать каждый день, когда раньше он работал всего лишь один раз в неделю. Нет, не стал бы. А получилось все наоборот. Получилось все хорошо. Мой кишечник работает каждый день, без болей, без каких-либо побочных эффектов. Итак, далее расскажу еще несколько моих таких небольших болячек, которые у меня были, и как они быстро у меня исчезли. Первое, это у меня была халязия. Халязия – это непроходимый ячмень на глазу, который находится в неком мешочке, он или свисает у вас с глаза, или под глазом висит, и никак не рассасывается. Так вот, вот это халязия, то есть ячмень непроходимый, у меня был 2 года и никак не исчезал. Я начала пить касторку 2 недели. Прошло только 2 недели. Это, то есть, 4 касторки, плюс, конечно же, режим питания, режим сна, то есть, все очень правильно делалось. У меня больше нет этой халязи, то есть, она растворилась. Этот мешочек потихонечку пришел в норму, ничего у меня не обвисает под глазом. Все, халязи нет. 2 недели, 4 касторки. То, что не могло пройти 2 года. Дальше. Острая боль в запястье. Сначала была периодично, приходила, уходила, затем пришла и на полгода осталась со мной. Боль была очень острая, как будто бы мне большую длинную иголку вставляют чуть ли не в саму косточку. То есть я не могла согнуть запястье, я не могла повернуть запястье, мне было больно, я не могла облокотиться на руку, вот на это запястье. Жуткая боль была. Проходит месяц с того момента, как я начала пить касторку,
Боли нету до сих пор. Боль прошла и больше не возвращалась. Затем, так, что у меня еще было? Аллергия была. Аллергия была на апельсины и мандарины. Это было высыпание, красное шелушение на глазах. Было очень неприятное, не могла даже умываться. То есть было настолько больно. Никакие средства против аллергии, таблетки, там, микстуры, ничего не помогало. Теперь я спокойно, в любом количестве, ем и мандарины, и апельсины, сколько захочу, когда захочу. Но единственное, я не знаю, через какое время я избавилась от этой аллергии, потому что я боялась проверять, боялась испытывать опять вот эти ужасные ощущения. Но где-то через полгода я первый раз попробовала дольку, потом вторую дольку, поняла, что аллергия не приходит ко мне, а раньше она была, как только мне нужно было зайти на кухню, где кто-то почистил мандарин или апельсин, то есть просто запах, и у меня тут же на целую неделю возникало опять высыпание, вот это вот все. Все, теперь этого нету. И точно так же, у кого есть какая-либо другая аллергия, например, на ту же растительную, естественную, натуральную еду, например, орехи. Очень распространенное мнение, что вот орех является аллергеном, его нужно есть по чуть-чуть. Вот у кого есть аллергия на орехи, почиститесь касторкой, содой. Никакой аллергии у вас нету. Вы вообще забудете, что это такое. Ну, еще такой маленький, что женские дни проходили в очень сильных болях. Все. Теперь все в порядке. Теперь я практически их не замечаю. Они у меня проходят без боли. Все хорошо. Ну, там, например, волосы на голове я мыла 2 раза в день. Потому что был непригодный вид. То есть был запах, были жирные волосы. То есть утром помою, а вечером опять все снова здорово. И это было напряжно. Теперь я могу позволить себе 1 раз в 3 дня, то есть через 3 дня спокойно мою голову, все эти 3 дня хожу без противного запаха, без жирности волос, никакой перхоти, ничего такого нет. То есть все, касторка почистила. Ну, плюс, конечно же, правильное питание, даже вот всю кожу. То есть я касторкой волосы не мазала. То есть некий рецепт, что и на лицо можно нанести, подержать какое-то время, смыть касторку уже без сока, просто чистую, и на волосы всю голову ходить там 10-12 часов. Я этого не делала, потому что мне был противен запах. Но результат все равно получился. У меня волосы шикарные, никакого запаха. Мою волосы, когда хочу. На этом я закончила, вроде рассказала все, что хотела. Если есть какие-то возникнут вопросы, я выхожу почти каждый день в чат. И можно мне там задать вопросы, и я уже отвечу вам, напишу в чате. А сейчас я желаю вам здоровья, сил и легкости во всем теле. До свидания.